Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Валентин Иванович Зубков был советским актером театра и кино, заслуженным артистом. В юности собирался стать строителем, но его планы спутала война. Он отправился в военкомат и попросился на фронт. После войны работал в организации «Спецконтроль-проект», параллельно начал заниматься в художественной самодеятельности, читал стихи, пел песни и выступал с эстрадными номерами. Как-то на такой самодеятельный концерт пришел театральный режиссер, который, увидев Зубкова, посоветовал ему сниматься в кино. Он послушался. Первой работой стала картина «Близнецы», а в 47-м вышел фильм с его участием «Русский вопрос». Но, конечно же, многие помнят Валентина по картинам «Женитьба Бальзаминова», «Дача», «Чудный характер» и «Дядюшкин сон». С 60-х годов он активно играл в театре, а вот на кинокарьеру отрицательно повлияло увлечение алкоголем. Из-за этого известные режиссеры не хотели иметь с ним дела. Справиться с недугом актер помогала жена, Нина Михайловна. Они познакомились в 47-м и вскоре поженились. У пары не было детей, но спустя 7 лет брака в 54-м родился долгожданный сынок Сергей. Кстати, он снялся вместе с отцом в фильме «Поезд милосердия». К сожалению, с сыном летом 77-го произошло несчастье. Он погиб, а ему было всего 23. Вернувшись из армии, он поехал отдыхать в деревню к тетке под Угличем и утонул в реке. Как это произошло, до сих пор неизвестно. В лодке Сергей был не один, а со своим приятелем. И когда она внезапно перевернулась, оба они не сумели вынырнуть на поверхность воды. Целые сутки их искали, но течение отнесло тела далеко от места трагедии. Обнаружили утопленников туристы, которые отдыхали поблизости. Новость о смерти сына ужасно подкосила актера. Вскоре он заболел. Инсульт, а потом последовала сосудистая деменция. Он практически ничего не помнил. Даже не мог назвать своего имени и имени жены Нины, с которой прожил 30 лет. В последнее время болезнь прогрессировала. Когда Зубков выходил гулять, у него в кармане всегда была записка с именем и домашним адресом, чтобы он мог вернуться назад. В 79-м актер в очередной раз попадает в больницу, где и скончался. Похоронен в Подмосковье, на Черкизовском кладбище в поселке Подрезково, рядом с сыном Сережей и женой Ниной Михайловной. Более 50 прекрасных ролей в кино подарил нам Валентин Зубков, и мы его еще не скоро забудем. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!